Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Moda Fashion. В сегодняшнем видео мы покажем кашмирский трендовый фасон платьев. Давайте вместе разберемся в данных фасонах платьев. Не забудьте подписать и поставить лайк на нашем канале для продолжения видео о стиле одежды. Шифон Ставр Платье Шоп, который является выбором номер один для женщин. Шифон повседневная элегантность могут стать вашим первым выбором благодаря своим элегантному внешнему виду. Платье шелк также является хорошей альтернативой для женщин, поскольку их можно носить в любое время года. Золотое правило при выборе платья – знать свой тип телосложения. Если у вас есть груша видно тело, вам следует выбрать фасон платья, подчеркивающий талию. Если у вас есть тело в форме яблока, вы должны выбрать фасон платья, подчеркивающий ноги. Если у вас есть прямоугольный тип фигуры, вы должны выбрать фасон платья, подчеркивающий ваши плечи. Более часто используемых тканей в индустрии моды. Эта ткань также более известна как атлас. Ее часто ткут из тонкого шелка. Его тонкость определяется его характеристиками и касаниями. Чаще всего он расшит серебряной и золотой проволокой. Он часто используется в вечерних платьях и подобных типов платьев. А на самом деле ткань атлас часто используется как изготовление специальной одежды в модной индустрии. Из этой ткани было получено множество стильной одежды и важных дизайнов, которые были представлены по вкусу людям. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и выключить звонок, чтобы не пропустить такие новые эпизоды видео. Напишите в комментариях, какой стиль одежды вы хотите видеть в следующем видео. Мы будем продолжать публиковать для вас новые видео каждый день. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!